Каспийске продолжается открытие общественных пространств и дворовых территорий. 7 ноября это стали объекты по улице Орджоникидзе 2022, а также бульвар по улице Хизроева. По этим дворовым территориям, по Орджоникидзе 2022, у нас выполнены работы по установке малых форм, установлены беседки, детское оборудование, резиновое покрытие детской площадки, воркаут, спортивное оборудование, а также асфальтирование территории и строительные работы. После принятия на баланс эти дворовые площадки и общественные территории будут переданы управляющим компаниям для обслуживания, чтобы содержать их в надлежащем состоянии. Также начальник УЖКХ города еще раз напомнил каспийчанам о подорожании тарифов за техобслуживание. То, что мы анонсировали увеличение платы за техническое обслуживание многоквартирных домов, там 17,6 – это дома с лифтами, и 12,24 рубля – это дома без лифтов, это будет включаться и в том числе и содержание этих дворовых территорий, на которых мы сейчас провели капитальный ремонт и благоустроили дворовую территорию. Отметим, что реконструкция городских общественных и дворовых объектов проводится в рамках программы «Комфортная городская среда». По словам Мурада Аликберова, уже завтра состоится открытие дворовых территорий по улице Лишенко 2 и Амитхан Султана 2В.